четверг вечером в Иванове состоялся автопробег против пьянства за рулем. В самый час пик по центральным улицам города проехались несколько автомобилей регионального отделения ДОСААФ. Такой выбор времени, признаются организаторы, не случайен. Чем больше людей услышат это, тем лучше. Статистика ужасает. В каждой третьей смерти на дорогах виновен пьяный водитель. Складывается ощущение, что для нынешних автомобилистов садиться за руль под шофе в порядке вещей. Доказать водителям, что это неправильно – вот основная цель организаторов акции. Это региональное отделение ДОСААФ России и, значит, Всероссийское общество автомобилистов. Вот мы совместно провели этот автопробег, чтобы люди задумались, и чтобы не садились за руль в пьяном виде. Действительно, водитель пьяный за рулем – это убийца. Завершился автопробег на бульваре Кокуй. Сюда пришли учащиеся ДОСААФ, будущие водители. Все, кто согласен с организаторами автопробега, согласен с тем, что пьяным водителям место не на дорогах города, а в тюрьме. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.